Всем добрый день! Сегодня я хочу вам представить вареники из заварного теста. Я сейчас вам расскажу, как их легко и быстро приготовить. Для этого нам понадобится металлическая емкость, которую мы ставим на огонь. В нее мы выливаем 1 стакан холодной воды, 1 чайную ложку соли и добавляем туда 150 грамм сливочного масла. Когда все закипит, мы всыпаем 2 стакана просеянной пшеничной муки, перемешиваем и выключаем огонь. Затем мы хорошо перемешиваем и добавляем 1 или 2 куриных яйца и замешиваем тесто. Муки нам понадобится для замеса столько, сколько возьмет в себя тесто. Раскатываем вареники. Для начинки мы можем взять капусту, картофель или творог. У нас сегодня вареники с картофелем. Вареники получаются отличные, не слипаются, не распадаются при варке. Мы их заправили зажаркой из лука. Присолили их, кинули перчик молотый. Вот такие у нас получаются вареники. Очень вкусные, мягкие. Всем рекомендую попробовать такой рецепт из заварного теста. Приятного аппетита!